Facebook раскрывает свои правила. Недавно социальная сеть рассказала пользователям, что они могут и не могут размещать онлайн. В черном списке любые данные, касающиеся самоистязания, опасных организаций, агрессивного поведения и домогательства, преступной деятельности, сексуального насилия и эксплуатации. Facebook всегда удалял данные, и если это происходило, это было, вероятно, по вашей вине. Пытаться изменить это было бесполезно, только если бы вы действительно вложили в это много энергии и времени. Теперь они вносят больше ясности. Например, грудное вскармливание — это отлично и хорошо, и искусство — это хорошо, а вот порнография — это уже не хорошо. По данным Facebook, во второй половине 2014 года было заблокировано около 10 тысяч публикаций, которые нарушали местные законы. Кроме того, социальная сеть говорит, что запросы со стороны правительств разных стран на получение той или иной информации продолжают расти. Она наряду с Microsoft, Yahoo и Google начала публиковать подробности о количестве таких требований. Большие операторы социальных медиа, такие как Google, Facebook и Twitter, это первые международные базы для частных разведывательных служб. Теперь же такие государственные службы, как разведка и полиция, все хотят получить доступ к этим данным. Facebook отмечает, что иногда правительственные запросы на удаление данных являются безосновательными, слишком расширенными или нарушающими права пользователей. Социальная сеть говорит, что в некоторых случаях материалы блокируют только в той стране, где они представляют проблему для властей.